Ну что, всем привет. Пришли мне картриджи от Руслана. Так, в такой коробке. На SNES. Мега Драйв. Попробуй из ножа сейчас сковать. На Мега Драйв. Наилюбимейший мой The Ooze, то бишь Узи. По-моему, арт взят с европейской версии. Вот. 95-го года игра. Офигенный саундтрек. Спасибо мужику Пороша. Записал с него рипа. У меня стоит сейчас на звонке одна тема из этой игры. Скорее всего, рипа тоже мужика вставлю в видео. Офигенная игра, короче, недооцененная. Почему здесь Comic Zone? Потому что это на одном звуковом движке один композитор писал, Холланд Росин, вот, что Comic Zone он писал, что вот эту игру. Но эту игру недооценили. Она такая в жанре квеста, там сюжетка. Типа директора, короче, ему вкалывают какую-то жидкость, смывает в унитаз. И он, короче, мутирует в такую слизь. У него остается голова, там рука. Вот, он атакует там, ему нужно восстановить свою плоть, короче, и тело. Тело и плоть свою восстановить. Достаточно прикольная игра, недооцененная, мало получила оценок. Ну и, соответственно, провалилась. Если бы это был какой-то битэмап, я больше чем уверен, он бы собрал огромнейшие оценки. Саундтрек просто бомба. Кто не слушал, наберите The Ooze на Mega Drive. На Genesis. Она выходила в Европе. А, нет, вру, она же на Mega Drive выходила. Тут там арт вообще максимально упоротый получился у них. Это арт, по-моему, с европейской версии. Ну, в целом офигенно получился. Особенно вот этот перелив прикольный. С оранжевого в красный. Очень прикольный такой. Классно. Получился он. Ну, картридж, как обычно, классический. Руслана. И один картридж на SNES, двухигровочка. Тоже от Руслана. Мыши байкеры с Марса. Американская версия. И JS Миками. Японская версия. Вот так он выглядит. Очень красивый на самом деле. У меня сейчас вот с камеры смою. Прям загляденье просто. Ну, корпуса у него обычно с европеек. Хотя Made in Japan написано. Вот эта часть европейская. Ну, это не суть важно. Сама суть, что это все равно дешевле и в целом то же самое. Я у него покупал когда-то на Super Famicom Super Castlevania 4 и Castlevania Dark X. Японские версии. Офигенно тоже получилось. Вот это тоже пойдет туда на полочку. Здесь офигенный саундтрек. Спасибо Мише, что упорол. По Миками я знал еще осенью, но так и не решался ее пройти. А вот байкеров, блин, это вообще такое музло. Я не смог устоять, наказал. Такой топ вообще. Я доволен вообще. Ну, в большей степени, конечно. Ну, хотя нет, с Несовским я тоже доволен. Ну, видите, какая разница разительная между меганраевскими картриджами. Просто вот. Насколько разница большая. Блин, я очень рад вообще. Уже быстрее не терпится записать геймплей. Показать вам это все, прокрутить на стриме, побалдеть. Вот, в общем, такие вот дела. Всем спасибо, спасибо Руслану за эти чудеснейшие продукции по обменяемым ценам. Лично для меня они более-менее чем меня устраивают с моей нищенской зарплатой, к сожалению. Да, Светар, если бы у меня были деньги, я получал бы 1060, и я бы только у тебя заказывал всегда, как обычно. Но времена меняются, зарплата гораздо сильно снижается. И хоть что-то, чем вообще ничего.
Вообще, ладно, не буду устраивать демагогию. Всем спасибо, всем пока.